остальной коэнзим, который продается в мире, он либо 30 миллиграмм, а стоимость почти такая же, либо 60, либо 90, а стоимость, значит, будет в два раза выше. То есть у нас собственного производства коэнзим Q10, поэтому максимальная концентрация при минимальной цене. Здесь 60 капсул, это ровно на 2 месяца. Но если у человека инфаркт, инсульт, тромбоз, то он может принимать по 2 капсулы. А можно по 10 в день? Не, по 10 день можно, не будет плохо. Не надо по 10 день, потому что максимальная доза коэнзима 120 миллиграмм расчетная. Нормальная максимальная доза. Нет, на всякий случай в экстренных ситуациях все равно нет. Нет, максимально 3. А что будет, если передать? Ничего не будет, просто максимально 3. Смысл? Лишнее будет, ничего не будет. Хуже не будет, что называется. Можно в десна втирать, можно на лицо втирать, можно куда угодно. То есть коэнзим же не только сердцем используется, он используется всеми. Другие органы съедят и скажут спасибо. Но есть расчетные дозы. То есть рассчитана минимально необходимая доза, и нам надо держаться на минимально необходимых дозах. Потому что если мы берем человека с острым инфарктом, конечно, можно ему там и 6, и 7 сделать. Да? Таурин. 60 капсул. Значит, тоже суточная доза здесь 600 миллиграмм. Значит, доза таурина 600-800 миллиграмм. То есть одна капсула у нас перекрывает суточную возможность. Но вот у меня, например, мама пьет. Алена, сколько мама пьет? 2-3, да? 2-3 пьет. Алена, кстати, научилась очень хорошо снимать маме все приступы. Вот Алена, она вообще не врач, она бухгалтер. Она финансист, она бухгалтер. Но так как она 80% времени находится с мамой, а я в отъездах где-то, да, то она сейчас у нас лучший реаниматолог. Как только у мамы давление, сердцебиение, одышка, у нас мама перенесла 3 инфаркта уже, да? Сейчас ей 86 лет, она обрабатывает 12 соток, выращивает вагон помидор, вагон огурцов, все это засаливает, но периодически она тоже плохо себя чувствует, потому что она не чувствует, когда можно работать, когда нельзя, то есть она готова работать с утра до ночи. И поэтому Алена периодически сталкивается с тем, что у нее давление поднимается, сердце начинает как-то так щемить, она сразу садится. Расскажи, что ты делаешь, Алена, чтобы не получилось, что как бы... Ну, отсюда, ну да. Я сразу ей... Коралловую воду, высыпает 2 капсулы таурина, размешивает все. Рядом пентаканчик развожу, даю капсулу магния, капсулу циркуфита и грифони, чтобы у нее настроение немножечко. Все это она выпивает через полчаса давление 120 на 80. Абсолютно без всяких там трясучек. То есть очень мягко, очень спокойно снижается давление. Я недавно это... Ну, я думаю, может быть, мама вот так реагирует. Недавно у нас подружка Олина, сотрудница, вот тоже вызвала скорую. 200/100 давление. Женщине 59 лет, Вера ее зовут. Вот, вызвала скорую, 200/100 давление подскочило. Мне тут мама вот умерла, плохо себя чувствовала. Я пришла, ей дали какой-то амлодипин, с которого ничего не снижалось. Я ей по этой же схеме сделала такой же коктейльчик. И, в общем, через полчаса Вера 120. На 80 давление. И успокоить надо. Коралл концентрированный, да. Горячий. Коралл теплый, концентрированный, да. Если даже нет времени коралл разводить, то просто таурин. Угу. Вот можно и магний пентакан туда. То есть просто как человек сможет выпить, не выпить это. Вот это тот вопрос. Во всяком случае, мама раньше не верила, что от этого упадет давление. Но мы ей показываем, меряем до, меряем после, меряем во время. Главное еще не нервничать. Сердцу нужен кислород. И поэтому, если человек начнет нервничать, выделится еще огромное количество адреналина, еще спазм сосудов, да? Поэтому Алена ходит, мама ходит по даче, там работает, Алена ходит за ней с бутылочкой, с коралловой водой, то есть мы ей звоним, каждый у нас все на контроле, то есть каждые 5 минут мы спрашиваем, мама, ты пила коралл, ты пила коралл? И, кстати, у нас мама является самым большим потребителем коралловой продукции. То есть я посмотрела, сколько у нас банок на даче, у нас огромная сетка с банками. Просто, я говорю, что вы столько выпили? Алена ей берет, маме каждый месяц, на сколько ты еще ей берешь? Тысяч на 10, на 15 берет. Но, значит, Алена еще спонсирует там разных детей с ДЦП. Там, у нее, в общем, короче, целая такая меценатская служба. Но ей для этого пришлось закрыть мастера.